За прошедший месяц заполненная водой яма около автозаправочной станции по улице Островского полностью вернулась к своему первозданному виду. С чем это связано? Ответ в нашем сюжете. Напомним, яму, которая много лет считалась привычной частью Печоры, засыпали после сноса здания возле пожарной части на въезде в речную часть города. Лом, который вывозили с места работ, как раз и стал основным материалом, который использовался при засыпке котлована. Яму сравняли с землей и даже начали разрабатывать план по засеиванию газона и установке мемориала в виде катера на подводных крыльях ракета. Однако прокуратура города усмотрела в факте засыпки котлована нарушение закона, сформулировав его как захоронение бытовых отходов в черте города. В результате после судебного разбирательства администрацию городского поселения Печоры обязали организовать работы по вывозу строительного лома из Печоры. Именно с этим и была связана деятельность, которую горожане наблюдали в течение нескольких недель. Теперь яма вновь на своем месте, и непрекращающиеся дожди продолжают заливать ее водой. Причем, судя по всему, в ближайшее время засыпать ее никто не собирается. По словам Владислава Липина, заместителя главы городского поселения Печора, в планах ликвидация котлована все же предусмотрена. Однако в ближайшее время взять необходимый для засыпки объем песка или гравийной смеси просто неоткуда. Так что придется подождать.